В Союзе кинематографистов России сообщили печальную новость. Сегодня ушел из жизни народный артист России, советский и российский актер театра и кино Геннадий Гаврилович Юхтин. В конце января он почувствовал себя плохо, уже в феврале обратился за медицинской помощью. У него диагностировали вирусную пневмонию, ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным. Врачи оценивали состояние актера как тяжелое, почувствовав себя лучше. 14 февраля Геннадий Гаврилович уехал домой, но спустя несколько дней артист снова попал в больницу. Но, к сожалению, его состояние ухудшалось с каждым днем. Актер скончался на 90-м году жизни. Напомним, что Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области. Актерское образование он получил в ВГИКе под руководством Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. Зрителям он в том числе запомнился по ролям в картинах «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы». В 1976 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1994 стал народным артистом России. В «Новом веке» актер не стал сбавлять темп съемок, снялся в сериалах «Тайны дворцовых переворотов», «Счастливы вместе», «Исаев», «Каменская», «Молодежка» и многих других. Всего же на счету талантливого актера около 200 ролей. Последняя его роль была сыграна в картине «Хор» 2021 года. Геннадий Юхтин женился довольно поздно. Его супруга Лидия не имела отношения к миру театра и кино, являясь бухгалтером. Детей у Геннадия Юхтина не было, зато кинодетей у него десятки. Приносим соболезнования родным и близким. Вечная светлая память.